Ну, в принципе, неплохо начали. Первый период хорошо играли, создавали моменты, забили гол. Во втором периоде немножко сломали игру, удаления ненужные. Также не реализовали свои моменты, что-то пошло не так. В третьем периоде также опять добавили, много создавали, но что почему-то не идет в ворота, не знаю. Нужно просто забивать свои моменты, и все будет нормально. А себе что скажешь? Все-таки первая игра в КХЛ, как себя чувствовал? Ну, конечно, немножко сказывалось волнение. Первую смену пытался вкатиться, делать правильные действия, через правильные действия входить в игру. Потом, в принципе, все пошло нормально, и как бы ребята поддержали, тренера тоже рассказали, что и как делать, и, в принципе, хорошая поддержка была, и все уже было нормально после первого периода, после первых смен. Играл со Стасом Гореевым, насколько комфортно играл с ним? Да, со Стасом мы всю предсезонку прошли вместе, как бы нормально разговариваем, общаемся, хорошо взаимодействуем, в принципе, нравится играть, все комфортно, все хорошо. Когда вызвали Тароса, вообще верили, что сыграете вот со Стасом здесь за Салават? Ну, не знаю, я как-то об этом не думал. Позвонили, сказали ехать. Я даже не думал, с кем играть, с кем бы поставили, с любым бы сыграл. С удовольствием большим.